Всем привет! И продолжаем мы нашу рубрику «Разбогатей или сдохни» на ВМП. То есть мы будем проходить путь от бомжа до мажора. И также будет розыгрыш. Поэтому подписывайтесь на канал и ставьте лайки, чтобы не пропустить следующие ролики. Возможно, именно в нем я буду проводить следующий розыгрыш. То есть, ну и так далее. Ну вы поняли, короче. Так, давайте, приехали мы в Лос-Сантос, в Сэнди Шорс, вот подъезжает наш автобус. Но мы в автобус не будем садиться, мы будем ехать на скутере, снимать отель. Кто у нас здесь? Так, ну, какой-то игрок. Так. Чтобы написать в чат, нажимаем букву Т английскую. И видим, но он у нас отписал нам. И сейчас мы будем с вами ехать в Лос-Сантос. Так, давайте поставим точку, куда нам нужно поехать. Нажимаем M GPS, M английскую нажимаем и здесь ищем у нас отель Лос-Сантос. Вот у нас есть отель Лос-Сантос, и видим, GPS на карте у нас появился. Но самое главное я вам не сказал в предыдущем видео. Самое главное — это при первом заходе на сервер вам нужно ввести промокод REVAN. Вот так вводим английскими буквами, можно даже через Shift. И видим, он у нас будет давать 50% опыта и $150 каждый payday. То есть каждый 9 часов сейчас. В следующие 10 часов мы получим $150 и 50% опыта. Ну и есть также промокод SODA. Вот тот промокод. Но нам нужен первый или третий левел. Именно поэтому сейчас мы будем ехать в Лос-Сантос, зарабатывать первый левел, чтобы получить свои деньги. И продолжать путь «Разбогатей или сдохни» на ВМП. Ну и так дальше. И будем зарабатывать. Напоминаю, когда мы достигнем седьмого левела работ, я проведу розыгрыш, победитель которого первое место получит автомобиль Доминатор. Это Ford Mustang, полный фарш в тюнинге. Второй уровень получит, ну, то есть второе место получит, что получит, 50 тысяч долларов на счет, плюс 7 левелов. То есть второе место получит полностью мой аккаунт. Я передам ему свой аккаунт, Джон Маклейн, если он захочет. Если не захочет, то заберет 50 тысяч долларов игровой валюты, плюс деньги за квартиру, которую я потом куплю. Ну и третье место получит 50 тысяч долларов игровой валюты на счет. То есть я передам ему с рук 50 тысяч долларов. Итак, подведем итоги. Первое место получает автомобиль Доминатор Ford Mustang, по-нашему, как говорится, полный фарш. Будем передавать ему на сервере ВМП. Это хороший автомобиль, 130 едет стабильно миль в час. Второе место получит квартиру в Лос-Сантос, постараемся ее там купить за 40 тысяч. И 50 тысяч долларов и 7 левелов прокачанной вот это вот прокачки. То есть мой аккаунт, короче, вот этот, Джон Маклейн. Если не захочет, то просто 50 тысяч, 100 тысяч долларов. Третье место получит 50 тысяч долларов на счет в игровой валюты. Ну и давайте едем с вами в отель, что ли, заселяться в Лос-Сантос, чтобы нам было ближе к работам.
Также подписывайтесь на мой канал, пока мы едем. И ставьте лайки этому видео. А еще я вам забыл сказать, что нужно, как мы будем менять свой скин бомжа. Так, для этого есть вот такой вот гайд. Нажимаем M, жалоба, вопрос, пишем. Пишем администрации. Смените по наш скин. Мой скин на кастомный. Я от ютубера. Итак, и ждем сейчас ответа от администрации, нам должны выдать скин. Так как с этим скином мы не сможем покупать одежду себе и вступать в банды. Только с кастомным скином сможем вступать в банды. И видим, Джейк Бекер выдал вам кастомный скин. Давайте что ли поблагодарим. Ну и сделал релог, чтобы наш скин релогнулся. То есть он сразу же так не подключится. Нажимаем и вступить сервер 01. Так. И сейчас у нас мы появимся уже с кастомным скином. Это уже первый шаг к успеху. Загружается наш ВМП. И нажимаем пароль здесь. Итак, зашли мы на сервер и видим, уже мы появились, как бы, где мы появились. Да, нам сменили наш скин. И сейчас мы будем, для этого нас нам сделали релог, чтобы мы появились с новым скином. И сейчас мы будем настраивать нашего персонажа. Так, давайте вот более такое лицо сделаем. Ну, пусть будет так. Ладно. Что там выбирать-то? Ну и цвет кожи. Цвет кожи я вам рекомендую сделать. Так как мы будем Лос-Сантой жить. Планируем сделать темнокожего вот такого и нажимаем готово. Прическа, так. Вот такие у нас прически есть. Что-то выбрать. Давайте это выберем. Цвет волос. Ну. Готово. Ну это такое, вы там можете с этим играться. Ну и куда нас перекинуло, что это мы уже в аэропорт Лос-Сантоса. Вот здесь уже мы. Но... Так, прогрузились наши текстуры, синхра и так далее. И идем вот сюда вот. И как я говорил, уже едем сейчас заселяться туда, в отель. Будем ехать заселяться. Видим, игроки приходят, играют. Так, нажимаем GPS. И вот здесь у нас есть отель. И едем заселяться в отель.
чтобы мопед данный ехал быстрее, вот так на контур нажимаем, и он так будет ехать быстрее. После заселения в отель я буду вам показывать, как уже следующие работы. Вот эти все работы я планирую с вами пройти. Вот эти вот все работы. И когда мы достигнем 7 левел, то мы с вами будем проводить розыгрыш, который я говорил уже. Победитель первого места получит автомобиль Доминатор. Второе место получит дом в Лос-Сантосе и 50 тысяч долларов игровой валюты. И третье место получит 50 тысяч долларов. Но это уже мы будем делать этот розыгрыш, когда уже будет у нас 7 левел. Так, получили мы наш скин и едем вот в отель сейчас заселяться. Подъезжаем мы к нашему отелю. Он у нас здесь. Подъехали к нашему отелю. И нужно где-то нам спрятать скутер. И нужно нам заселиться вот сюда вот. Заселиться в отель. Да. Ну и все как бы деньги на со счету, но это такое, это не беда. Будем с вами проходить путь от начинающего игрока до профи, что ли, так сказать, или как. Но это ладно. И сейчас я вам покажу, где находится банк, где снимать деньги. Так, идем сюда вот. И вот здесь находится наш банк. Видим, все здесь тусуются. Вот здесь такая более-менее движуха игроков. И можете здесь пополнять, снимать деньги, оплачивать счета на дом, на бизнес и так дальше. Ну и все, в принципе, я показал вам, как заселиться в отель. В следующем видео смотрите основные работы и как начать работать на ВМП. Спасибо за просмотр, до свидания, всего хорошего.